Всем привет! В последнее время все чаще и чаще ко мне на курс приходят беременные. Одни приходят с целью научиться правильно питаться, а другие хотят похудеть. Можно ли похудеть во время беременности? Да, действительно, есть случаи, когда во время беременности женщины худеют, но это не является нормой. Это происходит чаще всего из-за токсикоза, либо других каких-то нарушений. Нормой является набор веса в среднем от 7 до 12 кг. И здесь будет правильнее поставить вопрос, как не набрать лишнее за эти 9 месяцев. У меня было две беременности. В первой я набрала в пределах нормы, это 12 кг, а во второй я набрала более 30, которое очень сложно, потом пришлось сбрасывать. Как же не набрать в этот период? Первое – это кушать полноценно и разнообразно. Не делать большие перерывы между приемами пищи, чтобы не давать голоду сильно вырасти. Отказаться от мучного и сладкого. Ни вам, ни ребенку такие продукты абсолютно не нужны. Замените сладости фруктами или сухофруктами. В этом случае вам будет не только вкусно, а также вы получите массу витаминов. Откажитесь от сладких напитков, это не только не несет пользу, а является достаточно вредным. Ваш рацион должен состоять из мяса, рыбы, морепродуктов, круп, овощей, фруктов. Конечно, яйца и молочные продукты тоже не стоит исключать. Кушайте 4-6 раз в день, не переедайте. Много гуляйте, чтобы обеспечить активность. Если вы будете придерживаться таких простых правил, вы не наберете больше нормы. И сразу после рождения малыша быстро придете в форму. С вами была Светлана Никичук. Всем здоровья. Пока-пока.